Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сан-Гейтс» начинает свою программу, и сегодня у нас 25 июля, понедельник, в Чикаго 9 часов 15 минут, в Москве 17 часов 15 минут. Ну и по понедельникам у нас сейчас идут программы с доктором Борисом Увайдовым, известным врачом, который много лет проживает на территории Соединенных Штатов Америки, работал на территории Мексики в очень известном институте по исследованию раковых заболеваний, написал ряд книг и статей, и одна из них, бестселлер «Победа над раком», прямо так и называется. Ну и мы начали говорить о том, дорогие друзья, о том, что сегодня, в понедельник, 25 числа, 25 июля, мы ведем программу с доктором Борисом Увайдовым. Еще раз повторюсь, человек почти 40-летним стажем, врачебным, медицинским стажем, который имеет очень много регалий. И вот одна из книг, которую он написал, она стала бестселлером, называется «Победа над раком». И мы в прошлой программе начали уже об этом говорить. Это причины раковых заболеваний. О методике лечения мы не говорим, поскольку на территории Соединенных Штатов принята только одна методика лечения раковых заболеваний, все остальные не положено об этом говорить. Вот. А те люди, которые пытаются это делать, они, так сказать, имеют после этого проблемы. Поэтому мы делаем вот такой вот дисклеймер, как положено делать на радио. Мнение гостей в эфире — это только мнение, и радиостанция не несет никакой ответственности за это мнение. Но те люди, которые мы приглашаем в эфир, это очень реализованные, очень известные люди, и они действительно помогают всем нам избавиться от тех проблем, которые мы имеем. Ну, в данном случае речь идет о здоровье. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Миша. Уважаемые слушатели, начинаем нашу передачу. Да, мы начали говорить о тех причинах заболевания, которые как бы лежат на поверхности, и я немножко буквально обозначу. Мы говорили, приводили несколько имен, одну из них — известного врача, бактериолога Хильда Кларк, которая, к сожалению, уже нет с нами. Она в достаточно серьезном возрасте ушла из жизни. Но она говорила вот о чем. Она говорила о том, что раковые заболевания — это не так, как их трактует современная медицина. И, кстати, ее высказывания блокировались. Очень трудно было их найти. Сайты, где она выступала, блокировались. Почему? Потому что это, так она считала, это паразиты, которые во многом, в общем-то, воспринимаются о том, что, скажем, опухоль мозга, она приводила пример, а там какой-то там дикий был, я читал, червь в мозгу у мальчика, и, в общем-то, никаких не надо было делать химических или там радиоактивных облучений, а нужно было всего лишь вскрыть и удалить это. Вот, вот об этом мы говорили. Борис, вы рассказывали о причинах заболевания, о том, что это и питание, неправильные генетически модифицированные продукты и так далее. Ну, давайте продолжим. Да, остановимся на том, что я вспомнил письмо, которое написал знаменитый Пабло Ариола. Я говорю в своих роликах о том, что это был профессор натуропатии, диетологии, разносторонний человек, врач из Швейцарии, рожденный в Швейцарии, но он провел в основном в Америке, и все его научные труды тоже были написаны в Америке. Он написал 12 книг. Так вот, это были времена президента Картера. И когда Картер сказал: друзья, в чем дело, почему такое большое количество раковых заболеваний, вот, Конгресс выделил много десятков, может быть, сотни миллионов долларов для того, чтобы остановить раковые заболевания, найти причину. Вот. Он ему пишет письмо, как ученый,
Зачем мы потратили так много денег на выявление причины раковых заболеваний, когда уже совершенно известно все причины возможные этих заболеваний? И начинает перечислять. И где-то 25-28 причин он написал, которые я тоже описываю, согласно его слов, какие причины, согласно его обследованиям, выявляет онкологию. Не надо было тратить столько миллионов долларов, а я потрачу всего 22 цента, тогда была одна марка, стоила 22 цента. И вы будете знать все причины, которые вызывают онкологию. Борис, ну мы с вами ведь знаем, что деньги для того-то и выделяются, чтобы их потратить. И кто-то же на этом наживается, это же мы тоже знаем. Поэтому, знаете, поэтому и дороги у нас постоянно ремонтируются, надо же как-то это все окупить зарплату чиновникам, да? А это, собственно говоря, не только это во всем мире происходит, к сожалению, да? То есть никого не интересует мы, люди, а всех интересует, вот как на нас, так сказать, заработать, правильно? Вот именно зарабатывать на дураках. Но я не хочу, чтобы людей обманывали. Потому что каждый человек Божий. И когда человек рождается, Бог по праву рождения, человек должен быть здоровый и счастливый. Но если нет информации достоверной, как быть здоровым и счастливым, тогда человек будет несчастный и больной. Так вот, что говорит знаменитый Папа Ариола, и я хочу оговориться сразу, что все, что я буду говорить, ни в коем случае не принимать за истину. Я человек, я тоже могу ошибаться. Вот. Но проверять, доверять и проверять. Правильно, Мишка? Логично, да. Ну, собственно говоря, мы же никого, в общем-то, никуда и не затягиваем, и никому ничего не объясняем. В общем-то, центр Сан-Гейтс, вопреки тому, что кто-то может думать по-другому, это центр, в первую очередь, информации. То есть информация, она существует, информация. Если она, эта информация, как-то понятна, то нет вопросов, и люди следуют. Если она непонятна, тогда мы можем дать разъяснение. Это мы, это те люди, которые действительно уже добились, и они могут чем-то помочь. Вот только и всего. Вот что говорит знаменитый Павел Ариола. Значит, та пища, как мы называем, пища, которая не дает нам энергию и которая мертва, она отнимает нашу энергию. И как вампир мы как бы обезволиваемся, и в холостую работают все железы желудочно-кишечного тракта. Доктор, простите, я вас перебью буквально на минуточку. Вот вы говорите про ту пищу, у меня потом будет некоторая ремарка, но вы не могли бы сказать, назвать те пищевые, конечно, скажем, продукты? Есть, да, конечно. Вот давайте мы сейчас прямо, вот вы назвали о том, что не та пища, а вот давайте назовем, которая та, которая не та. Значит, вся сдоба, вся кондитерская, все, что от белой муки вызывает, в конце концов, хронические болезни и рак. Почему? Потому что белая мука, делал научно-исследовательские обследования один русский ученый, он ездил по всему миру, обследовал, где какая нация болеет больше всего онкологическими заболеваниями. И он пришел в заключение, те нации и народности, которые едят белый хлеб, то есть все, что от белой муки, потому что там самое большое количество глютена. Вот. И это истинная правда. Что говорит знаменитый Роддейл? Он учитель Поль Брега. Роддейл написал более 25 книг, и он был родоначальник вот этих магазинов здоровья, Health Food Store, в Америке. Он забытый. Вот. Роддейл, да, у него был свой печатный, значит, типография, и он отпечатал вот этих 25 минимум научных трудов. Он говорит, это было в 60-х годах еще. Он так сказал, если в белой муке содержится минимум 40-50
разных химических добавок. И если туда попадет, не дай бог, какой-то жучок или какая-то букашка, если не убежит вовремя, умрет. Тут же умрет. И вот эту муку, из этой муки мы хлеб потребляем и выживаем, еще живем десятки лет. Вот. Значит, мука, белый хлеб – это одна из главных причин расшатывания всех систем организма, которые приводят к онкологии. То есть не только хлеб, как зернобобовые какие-то культуры, которые считаются простыми углеводами, которые, в общем, тоже не полезны, да? Значит, смотрите, все, что от белой муки, я сказал. Вот смотрите, ржаная мука грубого помола, она применялась тысячелетиями, никого не губила. Вот эти лепешки, которые едят долгожители, да, там все самое ценное, что в зерне, в шелухе, присутствует. Вот. Там нет этого глютена, потому что там много отрубей, где имеются витамины, энзимы и полезные вещества, микро-макроэлементы. А в белом хлебе ничего нет, кроме клея. Вот. Таким образом, вывод какой. Ржаной хлеб можно есть? Можно есть. Вот Болотов вывел такое, значит, такую триаду: чеснок, ржаной хлеб и сало. Это лекарство. Я давал своим пациентам, и получался отличный эффект. Это как энергетическое ресурс. Ну, это если мы говорим, скажем, о теле физическом. То есть у нас аудитория подготовленная, она понимает о том, что у нас не только есть физическое тело, а есть еще какие-то там энергетические тела, плюс есть еще, в общем-то, другие вещи. И мясные продукты многие люди, те, кто следует определенным обетам, обрядам, заветом, скажем так, они вообще не признают и считают, что мясоедение – это вот совсем плохо. А то, что, да, и чеснок, кстати, тоже. Чеснок и лук, они пробуждают какие-то, ну, скажем, низкие вибрации, низменные инстинкты и так далее. Но мы сейчас говорим просто чисто о физическом теле, тело то, которое вот все-таки болеет в первую очередь, правильно? Хотя так считается. На самом деле это уже последняя стадия. То есть все болезнь возникает задолго до того, как она проявляется в физическом теле. Это правильно. Точка зрения, простите, точка зрения, скажем, ну, будем говорить о аюрведе, там, ну, и других, там, допустим, каких-то восточных традиций. Миш, мы поочередно будем говорить. Мы сейчас говорим о физике, да, потом будем говорить, да, о энергетике, потом о духовности и так далее. Но что касается физиологии, физики, это легче всего понять. Знаете, как раньше говорили ученые, человек есть то, что он ест. Ну и сейчас, да, сейчас говорят. И сейчас говорят. Угу. Потом стали говорить ученые, человек есть то, что он думает внутри себя. Угу. Это уже метафизическое выражение. Ну да. А в Библии написано, человек есть то, что он думает в сердце своем. Угу. Но и то, и другое, это истинная правда. И то, и другое. Человек есть то, что он думает, и человек есть то, что он ест. Ну, еще можно добавить сюда воду и что он пьет, потому что от этого зависит качество и количество крови. Вот. Кровь зависит от этих факторов. Чем он дышит, что он ест, что он пьет и как он думает. Хорошо. Значит, если мы тогда говорим только о физике, физиологии, о нашем теле физическом, и вы обозначили тот продукт, который есть нельзя, вот это один из продуктов, это белое, то, что связано с белой мукой, то, что из нее вырабатывается. Что еще? Фастфуд. Фастфуд, ну, он процветает везде. Я вот в прошлом году был в Болгарии, и я заметил, что ну, на каждом углу, везде, каждый там 50-60 метров, люди, как загипнотизированные, жуют вот эту пиццу, вот это хамбургеры, фастфуд. И лица какие окаменелые, тупые, отекшие, и у всех вот эти животы, вот, ну, молодые люди. Почему они это делают? Такого же не было. Такого же не было.
где-то 100 лет тому назад, правильно? Вот, значит, им внушили, что это полезно. Значит, все, что касается фастфуд, все не только отнимает энергии, но и разрушает и расстраивает наши внутренние органы и системы, расшатывает нервную, эндокринную, иммунную, и все это ведет к хроническим болезням и, как я сказал, окончательная трагедия – это рак. Вот, значит, фастфуд – это есть и оружие геноцида. И если мать по своей глупости и невежеству кормит своих детей, то она или же сознательно, или бессознательно отправляет их на тот свет постепенно. Ну, бессознательно. Естественно, никакая мать сознательно не будет губить своего ребенка, если только это не больная, не больной человек. Поэтому это просто незнание, да. Эта пища делает человека психически больным, Миша. У него забиваются мозговые сосуды, и он становится как зомби. А скажите, с чем это связано? С какими-то ингредиентами, которые кладутся в эту пищу, или потому, или способ приготовления? Да, вот смотри, вот добавки, как вот сказал знаменитый Роддейл, 40-50 химических ингредиентов. В мороженом, пирожном более 250 химических элементов. В косметологии, ну это не пища, более 5000 химических ингредиентов. Ведь Бог, когда создавал человека, Он же не создал человека таким, чтобы печень нейтрализовала эти яды. И так она перегружена, может быть, 1000 раз. Но она не может работать на таком режиме. Мы люди органического склада. Наши клетки могут потреблять только органические соединения, не химические. Так вот, вот эти все добавки, допустим, MSG. MSG расшифровывается моносодиум глутамат. Официально продают этот яд, официально продается в Америке и в Европе я не видел. Вот. Здесь я тоже, на Украине, в России я не видел, чтобы продавались. Один раз я отравился глутаматом натрия. Я спал где-то 4-5 часов. Была сильная головная боль, я, значит, проснулся, голова была деревянная, я чувствовал себя как зомби. Вот, это китайские рестораны. Их судят часто, и они сейчас как бы не делают это. Но некоторые делают. А как это определить? Это же никак не определить так. Я когда прихожу, говорю: друзья, у меня аллергия к MSG. Если что-то со мной случится, вас засудит прокуратура и адвокаты. Так что знайте, когда вы даете мне блюдо какое-то, знайте, я не переношу MSG. И все. Вот. Значит, все, что добавлено, допустим, сахарные напитки, да, сотни там подсластителей, полента, заменители сахара, это все разрушает и расшатывает иммунную, нервную, эндокринную систему. Вот. Сахар практически был сделан человеком, ну, где-то 120 лет тому назад. До этого вот мой дед, он вообще не нюхал и не пробовал никогда сахар. Более того, сахар в определенные времена считался наркотиком. Он был запрещен. Да, вот интересно, что он вытаскивает и уничтожает все витамины группы В, В12. И вытаскивает витамин С, и все микро-макроэлементы, они уходят из нашей крови, из клетки. Вот. Для чего тогда сахар сделали, если уже давно известно это? Сахар это сделан для того, поскольку как наркотик он привлекает, естественно, способствует привыканию организма, и человек продолжает, подсаживается на это. Естественно, это индустрия всяких там кондитерских изделий, она процветает. Да, вот я говорю отдельно в своем ролике о том, что как вредны сахарные напитки, которые делают детей ментально больными. Почему так получается? Потому что это все
искусственный сахар ведет к гипогликемии. А гипогликемия – это пониженный сахар в крови, который вызывает синдром шизофрении. То есть все синдромы шизофрении очень похожи на гликемию. И ну, поэтому врачи, не разбираясь, могут поставить ярлык «шизофреник», и все это на всю жизнь. А ну, на самом деле никакой шизофрении нет. Вы знаете, было такое средство у нас, ну, вы, естественно, это помните, оно называлось аспартам. Это был заменитель сахара. И что самое интересное, приводятся факты, которые, естественно, скрываются. Когда была первая война в Ираке, то там считалось, что, значит, арабы распыляют какие-то там химические вещества, и поэтому солдаты, которые прибывали обратно на родину после пребывания в этом регионе, они получали синдром хронической усталости. Помните, да, все это было? Так вот, приводятся факты о том, что эшелонами туда, так сказать, возили вот этот вот колу, особенно дайет-колу, потому что дайет-колы как раз содержался аспартам, там не было сахара, те люди, которые диабетчики, это же понятно, они, сахар им нельзя, все, значит, они пьют вот этот заменитель. Потом появилась спленда, так вот этот аспартам, он как раз и был причиной возникновения, то, что вы сейчас говорите, сахар в полной мере вот таких вот заболеваний, вплоть до шизофрении, более того, даже приводились примеры, когда пилоты, вот, скажем, самолетов, они, которые пили, им чуть ли не запрещали, в общем-то, летать. Так что-то, да, такие факты действительно были, и они и скрываются, иначе тогда это очень серьезный бизнес. И кому это надо, в общем-то, конечно же. Ну вот, как я сказал, мы будем просвещать людей, пусть люди сами разбираются, вот, сами как бы смотрит по интернету, интернет дает очень много информации. А теперь поговорим о воде. Я в своей книге пишу вот все то, что я говорю, что значит, многие люди покупают какой-то дешевый фильтр и думают, что этот фильтр дешевый фильтрует эти яды. На самом деле и хлориды, и все остается. Мало того, там столько добавок химических. Вот. И потом они начинают кипятить, чтобы сделать чай. Так вот, этот хлорин, хлорамин и фтор при кипячении превращается в другой байпродукт, который является в сотни раз токсичнее самого хлорина. Хлорин, фтор, мышьяк и другие яды – это и есть одна из причин возникновения опухолей. Как доброкачественно, так и злокачественно. Вот. Это сильные очень токсины для печени, которые очень тяжело их перерабатывают, а потом надрываются и получаются всякие вирусные заболевания, неизлечимые. Вот. Значит, фильтры надо ставить самые дорогие. А лучше всего, как я говорил, это дистилляторы. Они не такие уж дорогие. Хотя профессор Столешников говорит, мое здоровье дороже денег. Я купил самые дорогие за 800, за 1000 долларов вот этот, как его, дистиллятор. И он у меня уже десятки лет. Доктор, вы знаете, с вашей подачи, в общем-то, я то же самое и сделал. Я сделал серьезный, так сказать, ресерч, исследование на интернете, просмотрел очень и очень много сайтов. Я лично приобрел вот такой, скажем, дистиллятор, да, в простонародье это самогонный аппарат, по сути дела, вот. Но вы знаете, что я померил, то есть у меня стоит, хороший фильтр у меня стоит, который тоже стоит достаточно дорого, под раковиной в кухне, и я померил там воду этим тестером, и померил воду, которая в этом, через прошедшая через этот дистиллятор, через этот аппарат. Вы знаете, на удивление оказалось, что через дистиллятор вода не имеет вообще никаких примесей. Единственное, что, вот вы ответите на этот вопрос, ну, возможно, я сам знаю ответ, но вы более авторитетно расскажете. Как насчет того, что люди говорят, в воде
ну, когда-то, понятно, содержались витамины и минералы. А сейчас, если все это очистить, а тем более сделать дистиллированную воду, мы сейчас немножко об этом, да, действительно поговорим, то тогда там пропадут все витамины и минералы, и надо туда будет добавлять это все. Витаминов нет в воде, есть только микро-макроэлементы. И, значит, вот этот ученый Друзьяк, он сделал мировые обследования по поводу воды. И он доказал, что там, где кальций и жесткая вода, это и есть разные соли. Они закрывают быстро сосуды, и кровь не проходит, и как следствие артериосклероз. И больше всего рака, он сказал, что вот на Украине, в Одессе, потому что там жесткая вода. Вот. Зачем нам вот этот кальций и вот эти всякие другие соли, которые зашлаковывают нам сосуды? Ну, так, логично, да. Из примера, доктор Уоппи 120 лет жил, пил всю жизнь дистиллированную воду. Ну, Поль Брек тоже, да. Да, и когда его вскрыли сосуды, у него были как у мальчика сосуды. Ну, нам бы дожить до, сколько он, 86 лет жил? Не, больше, 96. Да, и я знаю еще десятки ученых, которые жили на дистиллированной воде. Но вот доктор Уоппи говорит, ну, если она мертвая, ну, поставьте на солнце. Если она мертвая, ну, капните там пол лимона. Если вы хотите, еще добавьте морской воды. Вот вам будет живая вода. Ну, на самом деле, действительно, да, я пользуюсь вашими советами. Я, вода, которая проходит через дистиллятор, у меня, кстати, в банке, куда я переливаю, стоит кристалл. Этот кристалл особый, мы его приводим из Бразилии, из места там, где находится очень серьезное месторождение, которое заряжено. И потом это все ставится, да, на солнце, под солнечные лучи. И действительно, это та самая живая вода получается на самом деле. А то, что миф насчет того, что пить дистиллированную воду нельзя, это действительно миф, потому что вот исследовать, да и вы сами пьете, насколько я знаю, лет 35, вроде, да, эту воду. Еще жив. Да, еще, и, кстати, неплохо и выглядите. Так что это все действительно нам рассказывают какие-то байки, получается. Ну вот здесь я не пью дистиллированную, хотя мне просто не всегда удобно ездить там. Здесь в аптеке можно купить, и при этом на высшем уровне продают. Кстати, здесь аптеки в десятки раз лучше. И в Мексике тоже лучше. То есть больше натуральных и таких лекарств продается. Но намного легче купить то, что Америка не продает почему-то. Вот. Так вот, представьте себе, что здесь часто в аптеках продают пиявки. В Америке вы это не найдете, ни в Канаде, ни в Мексике. Где больше свободы? Где больше свободы в отношении возможности заработать здоровье? Если ничего не продают для здоровья, хотя по интернету можно везде найти. Ну, по интернету, в общем, да. Да. Сегодня, найти. Слава Богу, при желании можно найти все, что угодно, да. Вот. Значит, в Европе хороших клизм не продают. Вообще. Продают какие-то маленькие для воробьев клизмы, такие клизмочки, вот. В Москве я купил, ну, нормально, там продают неплохие клизмы, вот. В Америке это можно через интернет. Но, одним словом, без клизмы тоже не обойдешься, если у человека хроническая болезнь. Если у человека, он думает, раз в день это нормальное явление, стул один раз в день, но он заблуждается. Это и есть запор. Если с детства у него один раз стул, вот представьте себе, какие каловые завалы у него есть, у него образуются в толстом кишечнике. Ну, давно так известно, да, по восточной традиции, давно известно, после каждого приема пищи должно быть опорожнение желудка. У нас это, так сказать, один раз, это за счастье. Да. Это правда, да. Ну, хорошо, вернемся к продуктам, которые... Ну, давайте для начала есть все-таки, которые нельзя, а потом уже перейдем к тому, которую вы рекомендуете есть. Ну, вот мы назвали сейчас продукты, содержащие белую муку,
и сахара, содержащие какие-то напитки и кондитерские изделия. Что еще? Значит, смотрите, молочные продукты... Фастфуд, да, фастфуд. Фастфуд, сказали. Молочные продукты, ну, допустим, свежее парное молоко, оно полезно, как лекарство, я рекомендую. И сыворотка полезна, и кумыс полезен, как лекарство. Непастеризованное. Вот. Только непастеризованное. Об этом говорил профессор доктор Шелтон. Он не только говорил, он клеймил пастеризованное молоко как средство, ведущее ко всем болезням и к онкологии. Дальше, то, значит, когда корова колит гормонами для того, чтобы увеличивать вес, вот, эти гормоны, всякие, и лошадиные, и я уже не помню, как они называются, но вот этих, значит, индюшек и кур, и, по-моему, вот эту вот скотину всю колят женскими гормонами диэтилстилбестрол. Вот, значит, Пава Ариола доказывает это, допустим, если 100 лет тому назад девочки менструировали там 12-13 лет, то сейчас менструируют в 9 лет и даже раньше. Почему? Потому что нарушается гормональный обмен. То есть, а когда эти гормоны попадают в кровь мужчинам, они становятся импотентными, и у них развивается женоподобный образ жизни, женоподобная грудь, то есть увеличивается, и голос у них меняется, потому что это женские гормоны. И мы потребляем их через мясо. Значит, каждый человек ответственный за то, что где он покупает. А если нет возможности проверить, так вообще не надо есть такое мясо. Исключение это баран. Бараны умирают, когда их закаливают гормонами. Они очень нежные животные. Может быть, это и есть альтернатива. Ну, вы знаете, мы, наверное, еще забыли упомянуть с вами масло, да? Сливочное масло. Сливочное масло, если это не пастеризованное, я ничего против не имею. То есть сливочное масло имеет очень много витамина А. И это горючее, так же, как и сало. Да, сало, кстати, в 5 раз действует более энергетически, чем сливочное масло. Борис, вот. Как у вас с салом-то сейчас обстоят дела там, где вы находитесь? Хватает сала, да, тут продают на базаре такого качества потрясающего. Ага. И каждый украинец, когда ест, обязательно он хлеб. Сало, чеснок, черный хлеб. Совершенно верно, да. Без этого не обходится. И украинский борщ. Да. Без этого. Я во Львове все время ел вот это. И ребята... Брали. Вы будете скучать, когда вернетесь обратно в Соединенные Штаты, потому что у нас жалкое подобие украинского сала, оно продается в магазинах, конечно. Во-первых, стоит дико дорого, порядка там 12 с чем-то долларов за паунд. 12? У нас в Калифорнии 20 долларов. Ну, нам повезло. Калифорния — это дорогой штат со всеми, в общем-то, там все дорого у вас. А сколько на Украине, если... Ну, копейки, да? 20-30 гривен, себе хороший кусок дадут. Угу. Вот, так что выбирай. Понятно. Ну, хорошо, давайте все-таки вернемся к продуктам производства коровы, будем так говорить. Дело в том, что вот я лично, ну, моя семья, мы пьем молоко, которое мы берем у амишей. Слава богу, еще есть такие все-таки как-то места, где можно купить так называемое парное молоко, к которому мы привыкли, будучи там детьми. Вот я, допустим, там жил в деревне и... летом, и мы пили молоко прямо из-под коровы, ну, из-под козы, кто там. И так далее. Это где? Какое государство? Государство. Тогда это называлось Белоруссия. Теперь называется государство Беларусь. Вот, Минск.
под Минском, да. Так сейчас вот молоко, безусловно, оно не пастеризованное, тут даже разговоров нет. Яйца, что я до недавнего времени, ну, несколько лет тому назад, я не знал. Мы же привыкли ко всему. Вот яйца, они лежат где? В магазине. Они лежат где-то там в морозилке, да? Или в холодильнике лежат. Так вот, я когда в Бразилию приехал первый раз, я смотрю, солнце, причем достаточно яркое, достаточно жарко было, лежат лотки с яйцами на улице под палящими лучами солнца. И я все никак не мог понять, как это может быть такое. Так вот, когда я покупаю эти яйца от тех же амишей, то теперь мне объяснили, естественно. Так вот, я теперь, естественно, его не кладу в холодильник, поскольку это моментально убивает то самое живое, которое находится в этих яйцах. И я, вы знаете, пью эти яйца сырыми. И как-то вот, тоже себя нормально чувствую. То есть ничего плохого со мной не происходит. И вот масло, опять же, если к ведической системе, к аюрведе возвращаясь, то масло, йогурт и особенно топленое масло – это те самые жемчужины Вселенной, которые считались, ну, благословенны и для каждого человека. Они дают, в них находится так называемая прана. Прана – это жизненная энергия, которую дают как раз-таки человеку здоровье. Все остальное это, наоборот, забирает, к сожалению. Вот такая небольшая, да, ремарка. Да, вот это ги, масло ги, да, по-моему. Да, ги, оно называется, да. Да, на санскрите, да, ghi, да, ги произносится, да. Это топленое масло, ну, специальная, конечно, есть процедура перетапливания. Ну, самая простая, ну, все хозяйки, в общем-то, знают. Сейчас, правда, продается это ги, Whole Food продается, не только там они продаются, но это уже непонятно, из чего сделано, и тем не менее, ну, лучше, чем обычное масло. Я помню, вы говорили, мы с вами не один раз встречались по этому поводу на наших радиопрограммах, вы говорили, допустим, вот чем заправлять салаты и на чем жарить хозяйкам, ну, какие-то, вот то, чем, что они жарят, на каких, то есть на масле, на, скажем, на растительном масле, на подсолнечном масле и так далее. Повторите, пожалуйста, вот как вы рекомендуете? Значит, согласно моего учения и мировоззрения, значит, можно жарить, можно только здоровым, вообще не рекомендуется, потому что обжигается слизистая. Но, возможно, для здорового человека ему ничего не будет, если он будет потреблять первое на сале, второе сливочное масло, и третье это кокосовое масло. Никогда растительное масло не применять, за исключением кокосового. Но на сливочном масле вы говорили, жарить можно и нужно. Или ну, я что-то не помню. Понимаете? Ко мне обращаются это, ну, больные люди, поэтому я говорю, жарить ничего не надо. А, ну, если вообще нежаренную пищу, да, не употреблять, это понятно. Но если все-таки у кого-то здоровые люди, и они им нравится жареная все-таки пища, то тогда, они, как бы, вот как мы привыкли на подсолнечном масле жарить, этого делать нельзя. Только ни в коем случае. Это олифа, это уничтожает слизистую оболочку, вот, закрывает тоже сосуды и делает кровь очень густой. Об этом говорит академик Болотов. Просмотрите его. Вот. Болотов точно как бы попал в цель. И это почему я верю, потому что когда я работал в самой большой клинике в штате Аризоны, меня директор этой клиники научил делать обследование одной капли крови, называется Duck Field Microscope Examination, и смотреть, и наблюдать за изменением крови. Это совершенно другой тест, не ортодоксальный. Здесь, кстати, делают. Все, что в Америке запрещается, здесь это все разрешается на высшем врачебном уровне. Ну да. У нас же, в смысле, там же нету FDA, которая все запрещает.
Вот. Поэтому здесь прогрессирует все, Америка догмально все загнивает. Я, кстати, сегодня сейчас обследование пришел, делали специальную озоновую терапию. Вот. Вам делали? Мне делали, да. Я все это на себе испытываю, чтобы что-то сказать на высшем уровне. Ага. Они делают внутривенный озон. Они делают через прямую кишку значит, ассимилируют этот озон вот, в прямой кишке. Сначала делается клизма, а потом этот озон идет и окисляет и уничтожает эти вирусы, бактерии, паразиты. Это вот то, что я вот сейчас просматриваю здесь, все это делались в наших международных клиниках в Мексике. Угу. Антираковые клиники. Они до сих пор практикуют. Угу. Лазерный, значит, внутривенный лазер, магнитный лазер, плазмотерапия. Это все врачи здесь заведуют. Официальные клиники. Да, видите, как интересно. Ну, хорошо. Вы знаете, у нас время, к сожалению, наша программа уже подходит к концу. У нас остается буквально одна минута. Но, дорогие друзья, это я обращаюсь к нашим радиослушателям. Если вы хотите задать вопрос доктору Увайдову или пообщаться даже с ним, поскольку, несмотря на то, что доктор Увайдов находится сейчас на территории Украины, куда он приехал по приглашению врачей и министерства, он принимает пациентов, клиентов и консультирует их по скайпу. Вы можете обратиться к нам. Это www.sungatesradio.com. Это SunGates108, SunGates — солнечные ворота, на конце буквы S по-английски, SunGates108. Ну, кто находится на территории Соединенных Штатов, пожалуйста, 847-226-9956. Звоните нам. Ну, кто находится за пределами, тоже можно звонить, только надо набрать тогда единицу, как код страны. Ну, на этом наша программа, к сожалению, заканчивается. Но мы опять встретимся в это же время, в понедельник. Теперь вот наше время с доктором Увайдовым по понедельникам. Еще раз хочу добавить о том, что доктор Увайдов написал несколько книг. Это электронные варианты книг. Это также много дисков. Все сегодня можно в электронном варианте, в общем-то, приобрести. Если есть такое желание, то, поверьте, это стоит очень недорого, но это очень и очень эффективные вещи. Это просто, зная доктора Увайдова уже очень много лет, я полагаю так, что это один из очень и очень немногих людей, который готов поделиться всем тем, чем он знает, а за 40 лет опыта такой работы и такой громадного материала, которым он обладает, это поистине бесценные вещи. Спасибо вам, Борис, спасибо вам за ваше время. Ну и, дорогие друзья, спасибо вам, что вы нас слушаете, и эти программы записываются, они будут выкладываться в YouTube, Facebook, пожалуйста, SunGates Radio. Вы всегда можете это просмотреть в записи. Доктор, спасибо вам большое. И до новых встреч. Удачи, здоровья. Всех вам благ. До свидания. До свидания.